26 января отмечается Международный день таможенника. Есть своя таможня и на Южноуральской дороге, Челябинский региональный отдел таможенной деятельности. Ведомство несет службу на полигоне дороги, сегодня в штате 15 человек. По долгу службы им приходится знать множество юридических тонкостей, накладные, судебные иски, и в каждой бумаге надо разобраться досконально и не пропустить ни одну деталь. Основная функция нашего отдела, немаловажная, это защита интересов компании, перед таможенными органами при возбуждении дела об административных правонарушениях, а также профилактическая работа по снижению сдержек компании при возбуждении дел и выплате административных штрафов. Загруженность, конечно, большая. Вагоны с нерастаможенными товарами рассортировывают и оформляют. Для этого при участии Челябинского таможенного отдела был создан склад временного хранения. Все поступающие грузы проходят проверку. Рентгенно-телевизионная установка определяет содержимое сканируемого объекта. Склад оборудован техническими средствами по обнаружению радиационных элементов, а также незаконных вложений. Груз, который прибывает, значит, под таможенным контролем, значит, он попадает на склад временного хранения. В присутствии таможенных органов производятся все необходимые процедуры, после чего груз выдается клиенту. Сейчас южноуральские таможенники заняты созданием склада временного хранения на станции Миновой двор в Оренбургской области. Работы уже идут полным ходом.